Мы приехали на Далар. Это Биюкада, самый большой остров из всех пяти доступных, да? Или сколько там? Четырех. Четырех. В главных улочках кафешки, ничего такого особенного, все как везде, но здесь нельзя ездить на обычном транспорте, только на электромобилях, короче, на всем электро и на великах. Вот мы хотим сейчас взять велики и прокатиться по острову, показать. Мы взяли велики, вот такие вот. Сейчас поедем по острову. Тут все вот на велах ездят. Тут тоже вот такие красивые домики. Везде практически. Полочки. Вот попадаются залетные машины, но это какие-то службы хозяйственные. Потому что вообще тут ездить на транспорте нельзя. Мы вот так вот гоним. Байки стоят, мы взяли, договорились за 70 на двоих на весь день. Вот, вообще изначальная цена 20 за один байк в час. Но если вы немножко знаете турецкий, то можно и да, так, хотя поменьше. 10-20 слов, но это очень помогает. Да-да-да. Вот. Ну кайф, бабуль. Ну вообще, красота. Скорее всего, можно нанять вот такую вот рикшу, как сейчас ребята проехали. Но мы даже не знаем, сколько это стоит и можно ли так вообще сделать или нет. Немножечко, конечно, тоже гористая местность. Ну как, немножечко, нормально. Ну ничего, мы не унываем. Да? Зато фотокарточек будет много. Гулять, туда заходить. Но я просто вижу, что все обтянуто вот этой колючей проволокой. Ну да. Мы просто уже минут 20, наверное, едем. Вот, пытаемся найти какое-нибудь место, где можно сесть и перекусить. Я вижу вот там внизу беседки какие-то. Да, я тоже. Но это какое-то... Ну тут явно давно уже никого не было, потому что они все в какой-то там пылище. Да, все закрыто.
Все в заборах. Да, кстати, тут парк был бы офигенный, если бы он был открыт. Сейчас посмотрим, что там, да, впереди море. Так что едем дальше. Красивый лес. Нам на самом деле только красивый вид и все. Что-то какое-то интересное. Инсталляция. Как там красиво. Это было непросто. Найти место для пикника, если честно, очень странно. Ну, об этом потом. Наслаждаемся красотой. Кайф. Ну, а мы, конечно, хотели поехать в лес, где никого не будет, но здесь тоже полно. Мы молодцы, мы добрались. Мы, как обычно, думаем, что мы куда-нибудь придем на природу и запишем офигенное видео, поболтаем. Но поскольку здесь очень-очень ветрено, то видео мы не запишем и не поболтаем. Просто покажем кусочек Адаларов. И хочу показать Стамбул. Мы еще обратно поедем. Просто было очень много народу на пароме. Какой он просто гигантский. Бескрайний. Бескрайний. Просто, вот ты смотришь и просто видишь, как вот там полуостров заканчивается. Сколько мы катались на паромах, ездили на Адалары и на какие-то другие части. Сколько мы катались на паромах, ездили на Адалары, когда едешь на острова, ты все время видишь береговую часть Стамбула. То есть такое ощущение, что он просто бесконечный, он просто бескрайний. Вот там вот можно видеть, как заканчивается кусок земли, да, и просто начинается море. А потом там дальше еще продолжение. Ну, то, что вот вы видите, он огромный, это лишь небольшая часть. Он на самом деле крайний город. У нас тут небольшой пикничок. Я обычно ем балык экмек, но в лаваше это балык дуру. Вот. Сейчас попробуем, конечно, но самое интересное, что они туда положили все, что только можно, в том числе картошку фри. Он спросил, кстати, что положить, ты говоришь, все. Обычно туда кладут просто лучок и немножко мяты. Ну, в общем, вот так лимончиком можно все туда это даже побивать. Опс. Есть. А у Маргаритки гюзлимешка. Если кто-то еще не знает, что такое гюзлиме, и буду в Турции, обязательно попробуйте. Это такие лепешки. И внутри они могут быть с сыром, с томатами, с мясом, со шпинатом, с картошкой. В общем, это очень вкусно. Это такое национальное у них блюдо, очень клевое. Кто пробовал из наших знакомых, всем очень нравится. Вот, так что пикничим. Ветер нам не помешка. Не помешка. Помеха. Ветер не помеха. Пробуй, скажешь, вкусно или нет. Ну, блин, с картофаном, не знаю. Знаете, вот скумбрию. В общем, вкус скумбрии с картохой и с лучком. Иногда прям хорошо. Всем приятного аппетита. Ну, в общем, пока нас не сдуло, мы решили сменить локацию. Сейчас доедем, еще посмотрим, что где есть. Пакуем наши чемоданы. Вот. В общем, там наверху, на этом острове, есть классная церквушка. По-моему, она католическая. Но мы не понимаем, насколько она высоко и получится ли вообще комфортно добраться до нее на велах. Вот, сейчас поедем посмотрим.
очень крутой подъем, то мы туда сходим. Потому что она очень старая, я думаю, там прям очень классно, атмосферно и будет интересненько. Куда ты езжай? Я хочу к ней разогнаться. А-а-а. Кайф. Немножко жарковато уже только. Немножко жарковато, немножко в гору. Да, после еды. Ничего. Как бы без вариантов все равно. Едем. Зато никого нет. Самое офигенное — это ехать с горы. Очень круто, что мы взяли велики. Мы, кстати, всем советуем брать велики, потому что пешком вы столько все равно не обойдете. А расстояния тут, ну, приличные. Это вот какие-то тут развалины, что ли. Сейчас остановимся. Вот яхта. В Турции повсеместно лесные пожары. Малек, можете до города довезти? Вот, и поэтому нам запретили ехать дальше. Нам сейчас нужно будет возвращаться обратно. Но это ничего страшного. Мы поедем обязательно. Любимая мороженка — это Мада. Самая вкусная, аппетитная, из козьего молока. Да? Угу. Вот. Мада есть везде, вообще даже на Доларовых островах. Посещению сейчас доступны 4 острова из 9. Паром останавливается на каждом из островов, начиная с самого маленького. Мы сейчас находимся на последнем, самом большом острове, он называется Биюкада. Добраться можно с Бастанжи, с пристани, с Кадыкёя, а также с европейской части. Ехать на пароме примерно час-час 10. Ставьте лайки, пишите комментарии и напишите в комментах, что хотите посмотреть еще в Стамбуле. Мы по возможности попробуем, пока у нас есть время.